Добрый день, коллеги. Мы буквально 2 минуты подождем опоздавших и начнем. Спасибо. Коллеги, добрый день еще раз. Я рад приветствовать вас на нашей сессии. Меня зовут Федор Слюсарчук, и я буду сегодня нашим модератором. И перед тем, как мы начнем, я расскажу в двух словах о том, что у нас сегодня за собрание и как мы сегодня будем работать. Значит, коллеги, мы собрались здесь, в общем-то, для вполне такой понятной и конкретной цели. Она состоит в том, чтобы группы, которые сейчас работают в рамках форсайта на Aeronet, представили некоторые промежуточные свои результаты, но главное для того, чтобы делились группы с запросами к экспертному сообществу и получили максимально внятный, полный, содержательный экспертный ответ. И именно на это мы сегодня рассчитываем. У нас очень мало времени, а на Aeronet есть целых 4, насколько мне известно, группы, которые хотели бы обратиться к экспертному сообществу со своим запросом. Поэтому мы будем работать в достаточно жестком тайминге и по достаточно жестким правилам, которые я попробую здесь удержать. Первое, что нам нужно знать, это то, что вся сессия займет у нас 1,5 часа, и в 12:30 мы совершенно точно закончим, независимо ни от чего. Я прошу прощения за то, что буду здесь соблюдать такую строгость. Второе, мы работаем очень четко по очень четким правилам. Правила такие. Каждая из групп на Aeronet выступит с 9-10-минутным сообщением о том, как она представляет себе развитие рынка на Aeronet. И я надеюсь, что каждая группа выступит с конкретным запросом и вопросом к экспертному сообществу, который назрел, который является максимально важным. В свою очередь, эксперты будут иметь по 1 минуте на то, чтобы дать максимально содержательный ответ на этот вопрос. Я, как мне кажется, предвижу, что будет не хватать времени на всех экспертов, вот, но я надеюсь, что продолжится общение в чате, и в чате можно тоже давать содержательные ответы. Чат – это тоже наше рабочее пространство. Итак, 10 минут на выступление, по 1 минуте для эксперта на реакцию. Дальнейшее обсуждение проводим в чате. Далее, для того, чтобы высказаться, я прошу вас поднимать руку. Это можно делать
списке участников. Я надеюсь, что все вы знаете, но на всякий случай это можно сделать, перейдя во вкладку «Участники». На вашем экране, скорее всего, есть вот такая кнопка «Еще» с тремя точками. Там можно найти опцию «Участники». И откроется список участников, и я прошу вас это сделать, если вы захотите высказаться после выступления команды, поднять для этого руку. Я включу вам звук и буду следить за отведенным вам временем. Во-вторых, коллеги, достаточно тяжело понимать, кто из вас здесь представляет рабочие группы нейронета, а кто является экспертом, который готов, ну, ответить на вопрос. Поэтому я прошу тех, кто является экспертом, прошу вас провести небольшое переименование себя, добавив к вашему имени слово «эксперт» в начале или в конце. Это не так важно. Это опять-таки можно сделать в списке участников, кликнув на «еще» около своего имени и вставив слово «эксперт». Наверное, с правилами на этом мы закончили. И я думаю, что нам пора начинать. Соответственно, я прошу первую группу нейронета, кого-то из участников, поднять руку и подготовиться к выступлению. Руку лучше поднимать. Да, да, все вижу. Ну что ж, докладчик ИИ. Да, прошу вас, у вас есть 10 минут. Если у вас есть слайды, которые вы хотите показать, прошу включить демонстрацию экрана. Добрый день, коллеги, меня слышно? Да, вас слышно. Я сейчас не могу включить быстро видео, не получается. Меня зовут Терехова Татьяна, я докладчик по теме телеком ИИ, искусственный интеллект в телекоме, сегмента рынка нейронет. Наша группа считает, что телекоммуникация – это система сосудов теле цифровой экономики. ИИ для телекоммуникации – это основной элемент управления инфраструктурой, выполняющий задачи передачи, обработки, шифровки, фильтрации, анонимизации данных и создания суперприложения. На первых тактах мы поговорили о технологиях, которые есть, которые будут развиваться. Вот, из них вывели тренды. Одними из трендов, вот, самыми востребованными, мы считаем уменьшение объема данных для принятия качественных предсказаний, увеличение числа библиотек для быстрой разработки виртуальных ассистентов, экспоненциальный рост фабрики данных, увеличение количества частных стандартов в области нейронета, постепенный его перевод на федеральный отраслевой уровень и увеличение числа операторов связи, которые повышают скорость передачи данных. Продукты, за которыми будущее, это фабрики данных НТИ, это единый свод всех данных, которые у нас есть, виртуальные пространства, одно из них это виртуальное пространство, которое заменяет терапию, и адаптивная система дополненного интеллекта, реализованная на принципах данных мозг-мозг, шина, это коммуникации будущего. Мы подготовились на 3 минуты, так что запросы мы, наверное, дадим быстрее всех. Первое. Мы просим экспертов сформулировать запросы к ИИ в рамках флагманских продуктов других рынков НТИ. То есть наверняка у вас есть продукты, и там какие-то решения будут приниматься на основе ИИ, чтобы понимать, какая сторона будет наиболее востребована, наиболее четко построить рынок. Мы просим вас сформировать запрос от ваших продуктов. Второй вопрос – это какие датасеты уже есть у компании, генерирующие данные, какие будут востребованы в будущем. Следующее – возможно ли совместное использование этих датасетов с другими участниками рынка? И четвертое. Существует ли потребность и целесообразность создания общедоступной платформы датасетов с приоритетным доступом для участников рынка и экосистемы НТИ в целом? Мы закончили. Готовы отвечать. Да, спасибо, коллеги. Теперь я надеюсь, что эксперты могут дать ответ на какой-то из этих вопросов. Вот, да, я вижу
Игорь, у вас есть минута. Сейчас. Ой. Простите. Игорь, поднимите, пожалуйста, еще раз руку. Отлично, да, прошу, Игорь. Да, заработало, наконец-то. Значит, хотел по рынку аэронета, так сказать, какие технологии, так сказать, будут востребованы и какие платформы. Значит, это будут платформы сбора данных телеметрии из дронов, значит, которые будут в автоматическом режиме собираться в облако. Будут востребованы технологии распознавания образов на, так сказать, территории сельскохозяйственной с передачи с борта дрона и, соответственно, распознавание условно, ну, сорняков, например, так сказать, с последующей их определением и генерацией данных на борта уже агродронов. Значит, это я вот привел такой пример технологии. Плюс общая востребованность есть буквально следующая. То есть нужны инструменты разработки таких вещей, вот сейчас с этим столкнулись, их просто нет. То есть нужны более надстроечные программы, операционные системы, другие базы данных, не те, которые сейчас существуют, с другими интерфейсами, не те, которые сейчас существуют. Значит, и в целом еще вверх чуть-чуть поднимусь, значит, необходимо такие заняться разработкой отечественной операционной системы, отечественных баз данных, отечественных систем облачного управления, так сказать, что у нас сейчас пока в природе не существует. Это перед тем, как заниматься роботами и искусственным интеллектом. Надо хотя бы там лапти сплести. Спасибо. Спасибо, Игорь. Я хотел бы напомнить вопросы и хотел бы попросить докладчика вернуть слайд с вопросами на экран, чтобы эксперты могли их видеть. Секунду. Я просто одновременно пытаюсь записывать вопросы. Да, да, я понимаю. Итак, коллеги, соответственно, вопросы вы можете видеть на вашем экране. Если у кого-то есть комментарий, ответ на один из этих вопросов и так далее, пожалуйста, поднимите руку, и я дам вам возможность высказаться. Игорь, может быть, вы прокомментируете какие-то еще из вопросов, которые вот команда задает? Мне кажется, что ну, по всем этим вопросам ну, какой-то комментарий вы могли бы дать. О, да, вижу, да. Да, я бы дал, да. Если бы мне включили звук. Но... Да. Значит, вот сейчас уже включили. Значит, смотрите, вот читаю. Возможность рынка формулирует запрос к искусственному интеллекту в рамках их вламывающих продуктов. Ну, вот запрос к искусственному интеллекту, возможность обрабатывать изображения, так сказать, в режимах разных цветовых, там, гамм и так далее. Опять пример приведу, вот сейчас ковырялись с этим вопросом. То есть, условно, есть сорняк осот, да, чтобы конкретики спуститься. Вот его снимают в одних условиях освещения, в других условиях освещения. Он каждый раз выглядит по-разному. Соответственно, нужны реальные базы, которые, и реальные системы искусственного интеллекта, которые будут его определять. И дальше по цепочке отправлять там, куда надо. В условиях особенно плохих систем связи в Российской Федерации в сельской местности. То есть надо, чтобы потоки были не очень большие. Вот какие дата-сеты есть уже в компании, генерирующих данные, и какие будут востребованы в будущем? Да никаких дата-сетов нет, кроме как в Аэронете очень развито направление геонаправления, так сказать, и там, да, генерируются колоссальные потоки данных по земле, там, по обработке всего этого дела, но эти данные в основном западные, взяты с их спутников, вот. Система сбора данных с беспилотников пока не особо развита, она фрагментирована, соответственно, есть задача создания таких общих платформ и снятия барьеров на их пути, но это уже не к вам, это государство, ФСБ, например. Вот, который уже
годами они могут их рассекретить, когда они уже везде на Западе лежат на сайтах. Возможно ли совместное использование датасетов с другими участниками рынка? Очевидно. То есть вот те же геоданные, так сказать, там рынок уже развит, да, возможно, и очень большой. Существует и потребность создания очень доступного платформы датасетов с при этом доступа участника рынка. Да, так и надо делать. То есть потому что надо делать единые базы данных, так сказать, вот. Ну, например, тот же дрон летит, да, он и геоданные может собирать, и одновременно там собирать телеметрию у себя с борта, так сказать. Вот. И одновременно они друг с другом могут коммуницировать, так сказать, и создавать некое облако там данных о своем местоположении и даже собирать данные там с, ну, условно, вплоть до проб воздуха, если тут датчики поставить. Такие проекты сейчас формируются. Это вот я просто применительно то, что вы написали к нашему сегменту, коротенько. Спасибо. Федор, включите, пожалуйста, микрофон. Да, да, спасибо. Прошу прощения, коллеги. Коллеги, есть ли у кого-то еще комментарий или ответ на один из этих вопросов? Если да, поднимите, пожалуйста, руку. Так, понимаю. Ну что ж, коллеги, спасибо вам за выступление. Надеюсь, что вот эти комментарии были вам полезны, и если у кого-то возникнут еще ответы на эти вопросы в чате, прошу вас писать об этом в чат. Ну что ж, давайте послушаем следующую группу Нейронет. Пожалуйста, поднимите руку, докладчик. Так, секунду. Да, добрый день, коллега. Добрый день, уважаемый коллега. Да. Угу. Я представляю сегмент нейрозамещения и экзореабилитацию. Сейчас я одну секунду запущу презентацию. И можно да, будет... мы надеемся, что вы расширите экран. Угу. Да, отлично. Запустилось? Запустилось, но лучше, да, нажать F5, ну, в смысле, начать демонстрацию. Угу. Да, 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 спасибо. Если будут какие-то сбои, потому что у меня только демонстрация показывается, и, допустим, перелистываться не будет, я прошу модератора сообщить, чтобы я подправить мог. Да. Итак, начать можно с определения сегментов. Ну, поскольку у нас, по сути, гибридный получился сейчас сегмент, он совмещает с собой нейрозамещение и экзореабилитацию, то определение такого общего сегмента на текущую дату звучит как перспективные технологии, направленные на развитие, адаптацию и замещение различных функций организма. С одной стороны, из сегмента экзореабилитации, условно, из направления экзореабилитации данного сегмента выбрало в себя функции, связанные с адаптацией и с отчасти развитием от направления нейрозамещения. Здесь, само собой, замещение различных функций и, соответственно, вопрос, связанный с развитием. Вот такое пересечение. В основе классификации, такой онтологической классификации, которая позволяет объединить два направления, лежит особенности технологии сбора методов и обработки передачи нейросигналов. Но дело в том, что и для экзореабилитации, и для нейрозамещения все равно исходным являются нейроны, отдельные нейроны, отдельные клетки, нейронные ансамбли. И в этом смысле сбор данных с нейронов, как для целей нейрозамещения, так и для целей экзореабилитации, формирует базовые технологии. На текущую дату есть некоторые направления дополнения к текущему решению. Если обобщенно их назвать, это возможность считывать сигнал, сгенерируемых отдельными нейронами,
точная передача сигналов на отдельные нейроны, нейронные ассамбли с целью выработки контролируемых реакций и разработки сопутствующих решений в сфере IT, основанных на новых способах сбора биоданных. Тренды сегмента, ну, если выделить наиболее базовые, это в основном вопросы, связанные с нейроинтерфейсами, с нейрофармой как таковой, как стыковки с другими сегментами ранее существующими. Это формирование и снижение размеров энергии, энергопотребления в рамках биоэлектроники. Это появление машин с нейроуправлением и новых способов передачи пользовательских нейроинтерфейсов, да, применение как целей замещения нейрозамещения, так и для за пределами медицины, но это, например, для целей адаптации. Также рост использования цифрового моделирования и симуляции, ну, различных нейронауках в общем смысле и в сфере IT в частности. Дальше продукты. Здесь перечислены, ну, базовые продукты, которые предполагается к 35-му году создать. Это технологии в магнитофизиологии как альтернатива ЕЭГ, основанная на использовании сверхпроводников. Стыковка с другими рынками здесь однозначно присутствует, ну, в общем-то, как и у всех других технологий. Второе – это нейрофармпрепараты и технологии регуляции активности циркадианных биологических часов на основе агонистов и антагонистов рецепторов вазопрессина и вазоактинного интестинального пептида. Цифровые двойники головного мозга для, прежде всего, нейрохирургии, нейроимплантации, ну, в том числе и как базис для разработки моделей нейропроцессов и реакций на препараты, нейроимпланты. Средства реабилитации, ну, в данной ситуации это ближе к направлению экзореабилитации, импланты, протезы для использования нейротехнологий. Устройства, которые воздействуют на органы чувств, передают нужные ощущения. Ну, это пересечение с рынком Foodnet в данной ситуации. Система поиска и удержания продуктивных состояний психики, сервис подключения групповых сознаний, когда неинвазивными способами создается некоторое поле, которое позволяет передавать сигналы от мозга к мозгу, при этом, как в перспективе, это и с внедрением в это групповое сознание системы искусственного интеллекта. Ну и электроцевтика, нефармакологическая терапия путем воздействия на периферическую нервную систему. Здесь представлен пример продукта, один из, на текущую дату уже, соответственно, возникают вопросы, коллеги, соответственно, справа дают на них ответы. Есть примерное понимание развития по каждому из них, это только пример. И вопросы к экспертам и запросы. Ну, поступил вот следующий вопрос на стыке с технологиями, хотели обсудить, каковы перспективы использования стволовых клеток в нейрозамещении при нейродегенеративных заболеваниях, имеются ли какие-то стыковые моменты и следует ли применительно к нейрозамещению пытаться внедрить, соответственно, эти технологии, ну, в долгосрочной, прежде всего, перспективе. И запросы два к экспертам уже на текущую дату по вот тем проектам, которые представлены. Это запрос на коллаборацию, ну, в частности, от научной группы, которая участвует в разработке. Это биологическая группа, связанная со сверхпроводниками для разработки нейромагнитов. И второй запрос это компания, либо, соответственно, какая-то организация, готовая оказать содействие в пробном синтезе агонистов и антагонистов, ну, на основании проведенных неокоров для целей дальнейшей развития там, и коммерциализации в том числе. У меня доклад закончен. Я благодарю за внимание, готов ответить на вопросы уважаемых экспертов. Спасибо за внимание. Да, спасибо вам большое, коллега. Я прошу тех экспертов, которые могли бы ответить на вопрос или на запрос коллег, поднять руку, и я дам вам слово. Может быть, коллеги, если у вас есть вопросы к докладчику, которые, ну, помогут понять. Коллега, прошу вас, верните вопрос. Да. Да.
Если есть какие-то вопросы, которые помогут понять, ну, вот, область, в которой эта группа работает, и те там ключевые проблемы, с которыми сталкиваются, тоже поднимите руку, и вопрос тоже можно задать. Коллеги, есть ли кто-либо, кто может помочь? Да, отлично. Денис, включаю вам звук. Секундочку. Да? Здравствуйте, я вам включу. Да, добрый день. Я представляю рабочую группу Дунета. И вопрос у меня следующий. Не знаю, насколько он близок к вам, но вот я специально подключился спросить. Мы иногда общаемся по поводу того, что генетическая информация может помогать в формировании траектории развития. Но вот в этой же теме или близкой к ней, вот что нейронет делает и что мы могли бы у вас подчеркнуть? Не знаю, понятен вопрос или нет? Понятен вопрос. Если позволите, я демонстрацию экрана оставлю и перейду прямо на Мира. Но вот один из проектов, как раз чтобы не быть голословным, как раз приводит нас к нейрогенетическим технологиям. Если демонстрация экрана у меня видно сейчас. Вот, соответственно... Нет, мы сейчас не видим Мира, мы продолжаем видеть. Сейчас одну минуту. Сейчас, секунду. Так, демонстрацию экрана. Сейчас. Видно Мира, да, в данной ситуации? Да. Соответственно, вот исходные данные как раз по проекту, который я обозначил, связанным с синтезом лекарственных средств, в конечном счете, на уровне перспективы 28-й год, приводит к нас к нейрогенетическим технологиям и как раз к ответвлением, связанным в том числе и с скринингом, и, соответственно, к влиянию в том числе на обучение. Поэтому, да, мы этим вопросом тоже обсуждали. Ну, пока что вот с учетом того, что сегмент больше близок к медфарме, в конечном счете здесь вот как базовый продукт идет разработка нейрогенетической техники, однако это как вот базовый стекхолдер и из нейрогенетических технологий вполне допустимо и даже целесообразно сделать ответвления, связанные с генетикой, да. Мы в одном ключе с вами работаем, и в этом смысле согласен полностью, есть повод для коллаборации. Быть может, вы слегка уточните ответ на вопрос, с кем в вашей группе можно это обсуждать. Я думаю, коллеге будет полезно иметь контакт. Да, конечно, я, наверное, в чат напишу тогда контакты свои просто и с радостью подключу к дискуссии. Спасибо большое. Да, спасибо. Коллеги, есть ли еще вопросы или, что более важно, ответы на те вопросы, которые задал докладчик? Я опять-таки попрошу вас вернуть эти вопросы на экран. Если у кого-то есть вопрос или желание ответить на вопрос группы, пожалуйста, поднимите руку, я включу вам звук. Так, ну что же, коллеги, хорошо, тогда давайте двигаться дальше, и мы сейчас переходим к третьей группе нейронет. Пожалуйста, поднимите руку, докладчик. Коллеги, есть ли еще докладчик от нейронет? Если да, пожалуйста, поднимите руку. Коллеги, насколько я понимаю, есть 4 подгруппы, а пока что мы послушали только 2. Так. Хорошо, коллеги, кажется, докладов у нас нет. Тогда у меня... Алло, я никак не мог включиться, я руку поднимаю, вы меня не видите. И звук я включить, видимо, тоже там не мог.
Потому да, что, да, очень Федор. Странно, да, спасибо, спасибо, я что тут, вы поднимал все руки. Да, я тут поднимался все руки, и не только я, еще и мои коллеги подняли, вы нас просто невидимо не увидели в этой большой группе экспертов. Я прошу делать это вот на вкладке «Участники», которую можно включить. Я делал это в групповом чате и делал на вкладке «Участники». Я это делал везде, по-моему. Да, это странно. Да. Но я прошу прощения в любом случае, что я вас не заметил. Все бывает. Да. Ничего, мы все-таки пробили же. Да, прошу вас. Прошу спасибо вас, большое. Да. Сейчас я открою презентацию. Демонстрацию, точнее, сейчас я ее включу. Угу. Да, коллеги, как видно? Да, видно, видно. Готовы вас слушать. Спасибо большое. Добрый день. Коллеги, сейчас я буду рассказывать о промежуточных результатах сегмента нейроэкономика. Нейротехнологии в экономике, рынка нейронных. Вначале дам короткие определения сегмента нейроэкономика, которые дала экспертная группа. Это сейчас наша рабочая версия, это наш рабочий вариант, они находятся в режиме правки, поэтому их целых три. Что мы ставили в основу всего? В основу всего именно нейроэкономики – это все-таки человек. И создание нейросетей, и нейротехнологий, которые направлены для поддержки человека, для развития человека и для, скажем так, снятия проблем в его жизни. То есть, ну, по сути своей, ну, и мы поэтому описали три задачи. Это интеграция, три видения, интеграция искусственного интеллекта и нейрокогнитивных технологий в целях повышения эффективности бизнес-процессов субъектов экономики и повышения конкурентоспособности Российской Федерации. Второе определение сегмента нейроэкономика, которое дала экспертная группа, звучит так. Использование человекоцентричных нейрокогнитивных технологий и нейросетей для оптимизации экономических процессов и поддержания технологического суверенитета. И третье определение создания искусственного интеллекта, ну, и экосистем искусственного интеллекта, ориентированных на развитие и поддержку человека во всех сферах экономики. Мы хотели подчеркнуть, что наш сегмент, он состоит из очень разных людей, из технологов, инженеров, программистов, психологов, нейротехнологов, но в основе своей мы все-таки ставим человека и ориентируемся вокруг него. А мы разработали понимание онтологической группы продуктов сегмента нейроэкономика, и для нас он состоит из трех больших блоков. Это глубинные AI-технологии, нейрокогнитивного профилирования человека. Это интегрированные платформы и нейросети для коллаборации государства, бизнеса и человека. И конечные нейросетевые платформы для нейротехнологической персонализации сервисов всех рынков НТИ под каждого человека. То есть, по сути, наша задача, как видят ее эксперты, и я как член экспертной группы и инициатор создания данного сегмента, в том, что предоставить все мощности взаимодействия с человеком, коммуникации с человеком и повышение его эффективности для тех сегментов и тех рынков НТИ, где технологии у вас имеют точки соприкосновения с самим человеком. Об этом уже ранее рассказывали мои коллеги по другим сегментам. И вот мы здесь приводим примеры продуктов, которые могли бы, ну, скажем, описать, как мы видим глубинные AI-технологии нейрокогнитивного профилирования человека. Тут приведено два примера. Это нейротехнологическая AI-платформа, интегратор и поставщик данных для оценки управления человеческим капиталом и управления процессом образования и карьерного развития. Это сквозная платформа, которая, собственно говоря, оценивает и поддерживает таланты, способности и устремления человека во всей его жизненной траектории. Система по определению человека, мотивы, индивидуальные реакции, потребности, история, травмы, влияющие на рост, зрелость и социализацию, выдающая алгоритмы жизни и любого взаимодействия без извлечения и забора биоматериалов. А второй блок – это интегрированные AI-платформы для коллаборации государства, бизнеса и человека. Здесь у нас сформировались вот такие вот блоки. Это AI плюс Human Collaboration Platform. Это единое решение для всех, на все рынки, обеспечивающее формирование живой стратегии по взаимопроникновению, взаимодействию людей и коммуникации с другими системами.
И есть АИ-платформа управления социальным капиталом как единая среда, объединяющая технологии бесконтактной персонализации субъекта, социально-экономических отношений и показателей эффективности и управленческой эффективности. То есть, по сути, мы сейчас видим, что эксперты имеют некий наработанный опыт и некое представление о том, как можно интегрировать знания и понимание человека в различные бизнес-процессы, предприятия, образование, там, не знаю, там, бизнеса, производств. И все эти эксперты присутствуют в нашей достаточно большой группе. Также мы приведем примеры более конкретных технологий, которые, о которых смело мечтают участники экспертной группы, которые должны появиться до 2035 года. И причем это недалекая перспектива, это уже практически мы находимся в одном, полутора, максимум двух шагах от реализации этих, вот этих систем. И наше экспертное вот это вот коллективное общее знание, и те эксперты, которые, возможно, к нам присоединятся, если захотят, к нашим рабочим группам, к нашим сегментам, это те люди, в руках которых конкретная реализация конкретных продуктов, конкретных решений. Это VR-пространство для взаимодействия с помощью нейрогарнитур, для проведения различных форумов, концертов. Это образовательное нейроприложение для специалистов по коммуникациям, для того, чтобы лучше чувствовать, для развития эмпатии, лучшего взаимопонимания между людьми. Нейроассистенты для оптимизации рабочих процессов. Это такие ускорители, которые могли бы помочь человеку снять с него определенные рутинные вещи. АИ-тренажеры, развивающие аналитическое мышление человека. Кстати, вполне очень близкие уже для нас перспективы. Система развития навыков и талантов человека за счет нейропрофилирования. А вот еще до работы есть уже готовые технические решения. Сервис для разработки бренда с учетом поведенческих особенностей аудитории. Это то, что касается нейромаркетинга. Тут у нас много таких внутри технологий. Вполне тоже реальная, с методологическим обоснованием, отработанными технологиями системы. Мы описали, мы взяли одну из веток продуктов и прописали уже первые конкретные продукты и сервисы, которые должны выйти на рынок. На рынок как экономический продукт. И мы взяли с экспертами один из наших продуктов и уже разложили его по ветке годов, точнее по временному сценарию развития. И здесь вы можете увидеть, что первые запуски коммерческих рыночных продуктов на российском рынке, сейчас пока не идет речь об экспорте технологий, но это вполне возможно, потому что есть достаточно весомый лидерский задел. Мы видим, что это 2021 год. Это сервис публичной оценки персонала, таланты, образовательный профиль, функциональные способности по нейрокогнитивному профилю. Технологии уже существуют на рынке, уже оценены, применены и готовы к использованию. Нужно провести определенный ряд конечных, скажем так, и исследований, и интеграций. А и сервис построения образовательных, персональных образовательных профилей и подбор эффективных нейрокогнитивных пар учитель-ученик. Тут мы видим глубокую интеграцию и взаимопомощь с абсолютно различными рынками, в первую очередь с рынком EduNet, потому что наши технологии, они способны ускорить и повысить эффективность всего того, о чем они мечтают. Вот. 22-й год – это сервис оценка, это продукт оценка управления безопасным поведением персонала на предприятии. Это снижение травматичности за счет не как бы учета поведения человека, а за счет прогнозирования возможного опасного или неосторожного поведения человека на различных предприятиях. Визуальное бесконтактное нейропрофилирование покупателей – это практически рыночный продукт, уже сегодня находится. Вот. 25-й год – это продукт сервиса оценки и управления человеческим капиталом, и продукт сервис подбор кадров, функциональное трудоустройство с учетом нейрокогнитивного профиля. Ну, в частности, сейчас ведется экспериментальные, скажем так, технические работы со студентами, с их подготовкой и построением персональных траекторий обучения. Я думаю, что к 2025 году у нас будет четкий готовый, наш сегмент предоставит рынку, четкий готовый инструмент коммерческий, который позволит максимально повысить трудоустраиваемость студентов и учеников колледжей после окончания учебы. И 2028 год мы видим... Вас, да. Коллега, прошу прощения, да. У вас осталась одна минута. У меня все. И 28-й год это общий там сервис, который может интегрироваться в Госдеп. Какие мы видим вопросы?
Да, то есть я достаточно, скажем, плотно прошелся. Какие мы видим вопросы? Экспертам вы их можете прочитать на экране, раз у меня осталось всего одна минута. Но если коротко, то мы ищем запросы на интеграцию нейрокогнитивных технологий и нейросетей, которые взаимодействуют с человеком в другие рынки НТИ. И мы, собственно говоря, ждем от них запроса на потребность в кроссплатформенных решениях в тех областях, которые мы, как сегмент нейроэкономики, готовы вам предложить. Отлично. У меня все, коллеги. Да, да, спасибо, Владимир. Вот только верните, пожалуйста, слайд с вопросами, чтобы он был перед нами. Да, спасибо. Я хотел сказать спасибо экспертной группе этим слайдом, на самом деле. Хорошо. Ну что ж, я вижу, вот Денис готов ответить. Коллеги, если у вас есть вопросы или ответы на вопросы группы, пожалуйста, тоже поднимайте руку, я дам вам слово. Сейчас прошу Дениса. Секунду. Давайте, я на самом деле не буду, наверное, отвечать на вопросы, я просто так прокомментирую. Тут прям прямой был запрос на общение с другими нетами. На самом деле, вот ВДУнет, вот то, что вы говорите, и коллеги говорили, я слушаю, я просто не буду больше повторять это, потому что я думаю, и там следующий докладчик это будет говорить. Мы готовы к тому, чтобы общаться, как минимум я на это готов. Я специально сегодня подключился, потому что понимал, что вы уже там вот наработали. Вот. Поэтому, коллеги, если вы там меня не найдете где-то, там, я прошу коллег-модераторов мои контакты дать, и я с удовольствием буду с вами коммуницировать. То, что вы говорите, очень... это действительно интересно. Ну, я думаю, мы найдем... 100%. Да. Быть может, вы обозначите какие-то ключевые темы, которые для вас значимы. Ну, я в принципе уже я увидел это сейчас в докладе. Вот я достаточно активно пытаюсь продвигать тему, что мы смотрим на связку там генетическая информация и траектория развития. Мне сначала была траектория обучения, но вот в конечном итоге да, трансформировалась там траекторию развития. Это, я насколько понимаю, это близко. Более того, вот в прошлый раз было сказано про 28-й год, я примерно написал 26-29, то есть мы даже по срокам примерно совпадаем. Поэтому я думаю, мы начнем коммуницировать, и что-то будет более правильно и в нашей нете по данному сегменту сделано. То есть интересует именно вот как генетические технологии, то есть геномика, грубо говоря, могут повлиять на создание там траектории развития человека. Вот так. Отлично, спасибо, Денис. Я думаю, что... Денис, я чуть-чуть отвечу. Денис, я вам отправил в личку в Zoom свои контакты прямые. Вот. Так что я на связи. Все, договорились. Спасибо. Да, все, спасибо, коллеги. Даю слово Егору. Добрый день, коллеги. Спасибо большое за доклад. Значит, я представляю... Алло, пропали. Да, да. Почему-то отключился звук. Секунду, Егор. Вот. Так, сейчас. Нормально слышно? Да. Вот. Да, слышно, Егор. Спасибо большое. Я да. представитель Центра спортивных инновационных технологий Департамента спорта города Москвы. И у нас генерируется большой массив данных в проекте «Помощь родителям в выборе вида спорта для детей». Там оценивается психофизиология, в общем-то, физические кондиции. И, в общем-то, проект расширяется. Сейчас создано 12 центров тестирования детей. И, в общем-то, мы можем направить ребенка в наиболее перспективный и подходящий ему вид спорта, которым он может развиваться в дальнейшем. И как раз, чтобы он сам в начале пути не совершил ошибку и, в общем-то, развивался. И, в общем-то, вот эти интеллектуальные технологии могут быть востребованы
вот в этом проекте я вижу, что это довольно перспективно. Спасибо. Нам есть что вам рассказать и показать уже прямо сейчас, вот нашему сегменту. Нам есть что показать, чем вас удивить даже, я даже так скажу. Я вам ВКонтакте, вот в личку в Zoom отправил свои контакты прямые, как руководитель сегмента. Давайте с вами пообщаемся, мы вам расскажем, что у нас есть из живого прямо сейчас. Что можно прямо потыкать пальцами и посмотреть. Спасибо. Отлично, вам коллеги, спасибо. И я передаю слово Анне. Анна, пожалуйста. Здравствуйте. Да, меня зовут Анна Бундарь, я являюсь руководителем Новосибирского нейроцентра и, значит, и также по образованию являюсь молекулярным биологом, и, значит, мне знакомы вопросы генетических технологий. И у меня вот возникает здесь просто вопрос. Ну, может быть, я просто прошу прощения, я подключилась чуть позже, и вот, возможно, были какие-то ответы уже даны. А с конкретно какими научными учреждениями вы уже работаете, вот, когда речь идет о... Или это как раз запрос поиска каких-то экспертов, да, которые могли бы включиться? Потому что, что касается влияния нейро... Ну, то есть, так, влияния генетических, да, каких-то маркеров, да, на построение этого развития человека или другой отдел, что связано с нейрокогнитивными, да, тренажерами, и что тоже можно подбирать какую-то траекторию развития. И в том нужно, требуется как бы серьезная, ну, научная база, да, и да, поэтому у меня мой вопрос, как бы, простите, я не пропустила, это запрос о том, что вы ищете или у вас вы уже работаете с кем-то в этой области? Отвечу. Про генетические коммуникации говорил и технологии говорил предыдущий оратор из сегмента, ну, докладчик из сегмента нейрозамещения. Они больше склонны к молекулярным взаимодействиям. Но все мы, а вот Андрей, кстати, да, тут включился, вижу видео, тут у меня появилось. Мы взаимодействуем с такими гуманитарными вузами, как РГГУ, и Плеханово, и другими институтами, которые изучают человека, но мы всегда открыты ко всем коммуникациям. Мы очень хотим общаться, нам очень нужны эксперты, нам очень нужно стороннее профессиональное мнение. А это для нас очень важно. Потому что сколько бы нас ни было в экспертной группе, нас все равно мало. Понимаете? Ну, я бы хотела, наверное, может быть, к этому подключиться. Я, с другой стороны, могу выразить, у меня есть некий очень критический взгляд на это, и тем более о сроках, которые бы озвучены. И у меня вот был вопрос как раз последний вот докладу, что к 2021 году что-то уже будет, вот там был какой-то предыдущий, что уже будет AI-сервис, построение, или это было 25-м, построение индивидуальной, персональной, вот это вот, да. Вот, просто как бы не настолько наши технологии, как бы, грубо говоря, ну, то есть у меня есть некое внутреннее ощущение открыто. Критики, у нас да, в этом. Закрыто. Это прекрасно, что критика, это абсолютно понятно. Мы просто знаем, что наша индустрия, вот все, что касается нейро человека, она очень... Мы не самые публичные все люди. То есть практически большая часть проектов, она закрыта, и все под идеей. Мы даже мало что можем рассказывать вообще в публичном пространстве. Вот я и мои коллеги. Но тем не менее, я вам отправил в личку свои контакты, с удовольствием пообщаемся, пригласим вас в нашу экспертную группу, если нас поддержат вот там наши модераторы, к участию и к обсуждению вас и ваш вуз. Мы абсолютно открыты. Это прекрасно, что вы вот задали такой вопрос. Спасибо вам большое, Анна. Так, а простите, да, я, может быть, не понимаю, где я это должна увидеть. А простите, у вас есть чат. Да, вот в этом в Zoom есть чат. А, вижу, мой прямой контакт, вы пишете Владимир Козлов, вот этот? Да, этого, да, я написал вам дату напрямую, да. Хорошо, я Андрей вам хочет. Пишу. Спасибо большое. Так, спасибо, Анна, коллега. Андрей, поднимите руку, пожалуйста. Он машет там рукой. Ну, да, вот, вы... Ну, все, просто вы его не видите. Нужно поднимать Петр, руку. Так, он поднял, Он Владимир. Понял, и там символиком, и так. Все, молчу. Спасибо. Пытаюсь помочь всячески. Просто, коллеги, есть функционал, который называется «поднять руку», который доступен, если вы нажмете Alt-U или «Участники», и под списком участников будет кнопка «поднять руку». Вот. Да. Сейчас вижу. Так.
Владимир, я вас-то я вижу, конечно, да. Проверил, как, проверил, как работает. Спасибо, коллеги. Вопрос просто задали, не мог звук подсоединить. К вопросу докладчиков. По нейрогенетическим согласен полностью с комментарием в том, что это не краткосрочная перспектива, а среднесрочная, поэтому применительно к продукту он до 35 года и расписан. Предварительный, по нашим оценкам, это 26-28, но стартовый все-таки у нас на регуляторных пептидов, мы исходим из пептидной, и технология разрабатывалась, ну, и сейчас разрабатывается где-то уже порядка 10 лет. По конкретным субъектам, у нас Самарская область в основном, там Самарский университет, плюс некоторые коллаборации, ну, такая выстроившаяся достаточно давно с Петербургским университетом, это Павлов институт. Поэтому вот в основном, там, можно сказать, исходит проект вот из этого применительно генетики. И генетика идет в данной ситуации, согласен еще раз повторюсь с вами полностью, как среднесрочная и долгосрочная перспектива, вытекающая из базового проекта, который вот на текущую дату уже есть задел. Спасибо. Готов ответить на вопросы и контактами обменяться, если необходимо. Да, вы не могли бы, пожалуйста, тоже, пожалуйста, написать ваш контакт? И меня интересует, есть ли у вас уже опубликованные данные, именно просто касающиеся связи, поведения и вот то, что вы говорите, эти генетические аспекты, хорошо, потому понятно, что это большой вопрос, потому что есть большие массивные исследования на однояйцевых близнецах, которые показывают, что даже IQ, ну, более простая метрика, да, не всегда определяется там, ну, то есть это сложная совокупность многих там факторов генетических и эпигенетических. Поэтому я бы очень хотела с вами отдельно пообщаться. Да, конечно, с радостью. Время. Напишите, пожалуйста, тоже контакт в чат. Коллеги, спасибо большое, что вы отменили звук. Модератор, благодарю вас. Да, спасибо. И последний, наверное, вопрос или комментарий от Дениса. И после этого мы переходим к следующей группе. Да, я на самом деле, прошу еще раз прощения, я смотрю, часто обсуждается вот эта вся генетическая тема и прочее, а почему не упоминается Томск? Там же КОВАС есть, которая как раз упоминаемые там исследования, там, в которых и Пломан участвовал, это же есть. А почему вот с ней коллеги не общаются активно? И в Сириусе, я насколько понимаю, что-то близкое к тому, что обсуждается, ну, одна из тем исследований. Вот поясните мне, коллеги, почему этого нет? Ну, я коллеги, вот слышал... если у кого-то есть ответ на этот прямой вопрос, то поднимите руку, пожалуйста. Вы меня тоже простите, я, может, что-то не знаю, поэтому я так Денис, напрямую... Все, вопрос понятен, да. Сейчас. Да. Так. Пытаюсь включить. Я просто добавлю, видимо, это вопрос все-таки не к рынку нейроэкономики, это все-таки вопрос, вот я хотел сказать, к Андрею, потому что, видимо, все-таки люди дозрели до твоего сегмента, Андрей, как пришло, пора задать вопрос. И... Понятно. Подними руку. Да. Андрей, там... Я уже понял, да. Кто? Да, коллеги, прошу прощения, не могу звук подсоединять оперативно. Я, наверное, не единственный эксперт, просто я сейчас презентую. Там научная группа достаточно большая. Я уверен, что коллеги какое-то взаимодействие выстраивали, потому что, ну, в этой сфере работают коллеги достаточно давно, и я уверен, что, наверное, коллаборация есть. Просто я сейчас не готов ответить прям оперативно, потому что, ну, не я один этим вопросом занимался, если это научная группа просто. Да. Я понял. Да, спасибо вам за комментарий. Благодарю коллег за это обсуждение. Давайте перейдем к четвертой группе нейронета. Опять-таки, коллеги, прошу поднять руку докладчика, который может сделать доклад. Так, Владимир, опять вы? Да, Федор, я вам в личку написал, у нас все-таки у нас три сегмента, а не четыре.
А Андрей представлял два сегмента, которые слились, поэтому четвертого сегмента у нас нет. Хорошо, хорошо, коллеги, я понял ситуацию. У нас тогда осталось еще некоторое время, быть может, у коллег будут какие-то вопросы кому-либо из докладчиков. Вот, если это так, то прошу поднять руку и воспользуемся возможностью узнать об этом рынке больше. Так, вижу. Включаю звук. Секундочку. Да, Данил, прошу вас. Коллеги, добрый день. Меня зовут Данил Бажин. Я представляю Институт регионального развития, это Самарская область, и научно-образовательный центр инженерии будущего. Ну и параллельно занимаюсь проектом EduTech Place, который реализуется в рамках направления EduNet Foresight NTI. Вот в этом отношении хотел спросить, то есть у нас получается сейчас группы занимаются таким широким спектром вопросов, начиная от естественных нейросетей, завершая искусственными. И получается, что вопросы экспертов как раз вот ложатся в промежуток между двумя этими, ну, как бы крайностями, о которых можно рассказывать. То есть у нас есть сейчас какая-то такая структура, которая бы показывала отнесение каждой из групп вот к этой шкале и как к ней можно присоединяться, потому что действительно вопросы есть и к искусственному интеллекту, там, который может нам помочь там, в решении определенных задач, там, картирование различных сигналов, в том числе и головного мозга, различных элементов внешней обстановки, ну, то есть вот про карты, например, спрашивали коллеги для сельского хозяйства. Вот. И в то же время мы хотели бы узнать больше о взаимодействии, соответственно, активности мозга с эффективностью, например, образовательных процессов. То есть как человек может быть сосредотачиваться, да, там, как он повышает свою эффективность, как эти вещи все можно тренировать. То есть что-то в области, например, нейрофитнеса. Есть ли какие-то такие-то предложения? И как вот к таким предложениям можно присоединяться, как общаться, чтобы их можно было разрабатывать совместно? Да, спасибо, Данил. Да, коллеги, я тогда чуть-чуть усилию, уточню вот вопрос Данила. Есть ли сейчас какая-то информация в публичных источниках, где можно смотреть ну, ключевые направления работы вашей большой группы нейронета и точки входа, точки уточнения информации. Вот про коммуникацию в целом с вами, как она сейчас устроена, вот, Владимир, я надеюсь, вы нам расскажете. Угу. Да, давайте, я отвечу на этот прекрасный вопрос. Спасибо большое, Даниил. Это очень круто, что есть вы. Сейчас так сложилось, что группа Foresight была собрана достаточно, ну, большой, но остается ядро, и нам постоянно нужны, скажем так, те люди, которые действительно видят себя вот в этих сегментах и в этих направлениях. В Фейсбуке наши коллеги из платформы NTI дали объявление о том, что помимо того, что сегодня проходит презентация результатов Foresight, возможен подбор и привлечение новых экспертов в нашей группе. Извне увидеть на данный момент результаты нашей работы пока нельзя, поскольку это, скажем так, ну, такое внутренняя такая кухня, но уже сейчас мы видим огромные переплетения между вот этими разными сегментами, понимаете? То есть, и нам очень нужны такие люди, которые находятся на вот этих вот пересечениях, потому что у нас есть специалисты там, по молекулярным вещам, по снятию данных из мозга человека, там, с тела человека. Есть специалисты по нейропсихологии, по нейротехнологиям снятия поведенческих профилей. Нам нужны вот эти вот как раз кросс-продукты, которые мы можем дополнить своими технологиями, своими знаниями. И я сейчас вот вам тоже скину в чате общий контакт. И по сути, и мы, на данный момент, если быть честным и прямым, наши группы, вот, наши сегменты и в телекоме, сегмент нейрозамещения, и я как инициатора создания сегмента нейроэкономика приняли решение объединяться и сообща биться за создание и наполнение наших карт. Поэтому вот я сейчас вам вышел в ваши контакты и добро пожаловать в нашу большую там группу. Я думаю, что мы решим сами, либо с помощью наших коллег, как вас пригласить правильно. На Foresight надо ли подать заявку, надо ли как-то ее одобрять. Пока мы это сказать не можем, потому что это первое такое окно, где можно к нам заходить. Но мы найдем общий процесс, как это делать правильно. Все вместе сообща. Отлично, Владимир, спасибо. Тем не менее, я вот хотел бы
зафиксировать, что у многих коллег на самом деле есть потребность в какой-то отторжимой от группы информации, ну, мне кажется, что было бы замечательно, если бы она начала появляться для того, чтобы с ней можно было знакомиться не только лично. Мы используем... Можно вот ответить на вопрос и задать вопрос? Можно, Федор. Да. Да-да. Вы знаете, сейчас у нас такой, как бы, такой очень чувствительный такой момент, и очень многие наши коллеги очень сильно, душевно переживают за текущий процесс. И поскольку в командах очень много перфекционистов, вы понимаете, они болезненно воспринимают возможность, как бы, критики того, вот, что есть. Поэтому сейчас пока мы презентуем на форсайтах каждую пятницу результаты нашего еженедельного этапа. Я думаю, что со временем появится какой-то канал, куда мы начнем все дело выкладывать уже. Я думаю, что начнется уже в ближайшее время, через неделю, я думаю, что в конце следующей недели. Вот. И если нам помогут с каким-то каналом, куда мы можем это все выкладывать, куда мы можем все это системно выдавать, я думаю, что наши коллеги из Нейронета нам подскажут и покажут, как это правильно и корректно делать, в каких формах. И вот Мария Колодина выложила в общий сейчас там чат ссылочку на регистрацию на форсайте и для входа в Slack-сообщество. Вот. И вот в этом вот там, собственно, канале мы будем вот в этом публично выкладывать, я думаю, как вот нам подсказывает Мария, большое ей спасибо, наши промежуточные результаты, в частности, презентация. Отлично, спасибо, Владимир. Я передаю слово Денису, у него вновь есть комментарий. Секунду, включается. Секунду, это очень странно, я, наверное, руку просто не пустил. Не, все, коллеги, у меня вопросов на самом деле нет. Я сейчас напишу вам всем письма, контакты сделал, и подключусь к Нейронет, потому что... Но на текущем этапе я вижу, вы что-то сделали. И очень такое, ну, то, что уже, с чем уже можно работать. Спасибо вам большое за это. Вот спасибо, это у меня... Денис. Спасибо, вот Денис. Такой... Итак, коллеги, есть ли у кого-то еще комментарии или вопросы к докладчику? Насколько я вижу, вопросов и комментариев нет. Спасибо, коллеги, всем большое за то, что были сегодня с нами. Я очень надеюсь, что коммуникация продолжится и вне этой сессии. Я хотел бы обратить внимание, что история чата может быть вами загружено. Если вы перейдете во вкладку «Чат», то вы увидите возможность сохранить чат, если нажмете на три точки рядом с полем введения сообщения. И там можно сохранить историю чата для того, чтобы сохранить все контакты и все, что вам нужно. Поэтому мы... Еще раз благодарим вас за участие. Мы дадим 2 минуты еще на то, чтобы можно было чат сохранить или обменяться какими-то сообщениями. После этого наша сессия закончится. Благодарю вас. Спасибо и до встречи. Я вижу, Владимир вновь хочет сказать. Хорошо. Почему нет? Да, я хочу добавить, коллеги, одну вещь, что вот я и мои коллеги, которые представляют различные сегменты вот этого форсайта Нейронета, новых сегментов. Мы все активно читаем общий чат, мы все сидим в общем Slack'е, мы активно все читаем и участвуем, и мы поддерживаем все коммуникации, которые вы с нами будете проводить. И, собственно, вот этот Slack, куда вы, скажем так, попадете по ссылке, которую предоставила Мария Колодина, мы с вами все там свяжемся и поможем другу попасть уже вот в рабочую экспертную группу. У меня все. Отлично. Спасибо, коллеги. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо большое. Я вижу, что есть еще коллеги, которые хотят что-то сказать. Да, прошу. Так.
Нет, все. Ну что ж, благодарю всех. Всего доброго. Спасибо, Федор.